Вы думаете, что знаете о городе, в котором живете абсолютно все? Создатели персонального гида по Бресту докажут. Вы заблуждаетесь. Брест – это сотни красивых уголков, уютных заведений, уникальных достопримечательностей. А потому карманный бот-помощник – отличная возможность узнать о Бресте все и даже больше. Чтобы найти данный гид-бот, нужно воспользоваться таким мессенджером, как Telegram. Скачать его можно с Play Market. Вот, в поисковой строке написать «Брест гид-бот». И там нажать на него, и дальше уже пользоваться данным гид-ботом, найти нужную для себя информацию. Воспользоваться им может каждый, и, думаю, информация в данном боте будет полезна. Какое заказать такси, где перекусить, в каком месте посмотреть фильм и погулять, где потанцевать и спеть в караоке? Теперь ответы на эти и другие вопросы можно найти в гид-боте. Инициаторы создания персонального помощника по городу – студенты Брестского государственного технического университета Дмитрий Рогальский и Анастасия Пархать. Ребята отмечают, коллективная работа над умным ботом заняла около недели. Как разработчик чат-бота ставил перед собой две цели. Первое – это распространить нишу чат-бота в Беларуси, то есть показать людям, что это вообще такое, какими полезными функциями они могут обладать. Вот. И также, а вторая цель – это сделать нечто полезное для нашего города. И вот вместе с этим вот появилась вот такая вот идея, как создание вот такого полезного чат-бота вот для нашего города. Так как в следующем месяце у нас будет праздноваться тысячелетие, этот чат-бот будет очень актуален. Оригинальная, удобная и всегда актуальная. Программа «Бот-гид» в телефоне станет своеобразным путеводителем, который покажет город над Бугом таким, каким вы его точно не видели. Уже сегодня им пользуется порядка 900 человек, и это неудивительно. Успели оценить продукт не только брещане и гости города, но и работники заведений, объекты которые можно найти в гид-боте. Тысячелетие – праздник достаточно глобальный, и будет много гостей из других городов, так и стран. Людям просто нужно знать, где в Бресте хорошие места, людные места, где можно выпить хороший кофе или просто вкусно покушать. Именно для нас это очень хорошо в плане привлечения новых посетителей. Люди даже иногородние, опять же, будут знать, что есть такое прекрасное место, как наша кофейня, будут пробовать вкусный кофе, будут развивать местную кофейную культуру. Это для нас тоже очень важно. Хотелось бы сказать спасибо, что появилась такая возможность даже для брещан, которые не особо гуляют по городу, тоже можно узнать очень много нового из подобного приложения. И опять же сходить куда-нибудь в хорошую компанию, это очень круто. Создатели гид-бота отмечают, их помощник обязательно пригодится всем туристам без исключения. Именно поэтому в планах у ребят не останавливаться на достигнутом и совершенствовать разработку. В боте есть интересная функция геолокация, это когда, ну, неважно, будь то это житель города, гость, заходит в бот, нажимает на геолокацию и в радиусе 5 километров появляются те заведения, которые его окружают. Мало очень источников таких по Бресту, когда даже жители города, не то что даже гости, могут зайти, найти любую информацию о заведениях общепита, о развлекательных каких-то заведениях, о тех же самых достопримечательностях города, потому что тоже не все знают, не все бывали во всех местах, которые существуют в Бресте, на которые стоит посмотреть, поэтому это я считаю, что важно. Юлия Селюк, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук ТВ.